эти выходные в Днепропетровске пройдут продовольственные ярмарки, приуроченные ко дню работников сельского хозяйства. На ярмарках можно будет приобрести овощи, фрукты, молочную продукцию, мясо, колбасы, рыбу, яйца, муку, мед и другие продукты по ценам на 10-15% ниже среднерыночных. Отметим, что ярмарки пройдут 8 и 9 ноября с 7 до 14 в Бабушкинском, Ленинском и Амур-Нижнеднепровском районах. В них примут участие сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия из всех районов области.